Это их первые минуты на территории России. Команду женской сборной по волейболу из КНДР встречают в лучших русских традициях. Хлеб, соль и пожелание успехов в международном спортивном фестивале «Дружба народов». Команду ждет культурно-спортивное турне по городам Приморья, среди которых Лесозаводск, Уссурийск и Владивосток. Мы очень рады быть в таком красивом городе, как Владивосток, и благодарим за приглашение руководства края. Россия – это спортивная держава, а значит, обмен опытом пойдет на пользу нашим спортсменам. Они смогут повысить квалификацию и мастерство. Волейбольный фестиваль пройдет с 28 февраля по 4 марта. Команда Корейской Народной Демократической Республики будет соревноваться с приморскими сборными. И обеим сторонам будет чему поучиться друг у друга, считает министр спорта края Жан Кузнецов. Это большая перспектива для нас и для спортсменов из Корейской Народно-Демократической Республики, потому что я думаю, что они будут набираться в каких-то видах спорта опыта у нас, а мы у них. Потому что я считаю тоже, ну вот, волейболистки приехали в волейбол в Корею очень на высоком уровне. Спортивные обмены набирают обороты после визита в КНДР губернатора Приморья Олега Кожемяка. Тогда удалось договориться о возобновлении авиационного сообщения и культурно-туристических обменов. В феврале горнолыжники Приморской спортивной школы Олимпийского резерва тренировались на склонах курорта Масикрён в Северной Корее. Приехала в регион и делегация из КНДР. Спортсмены стали участниками международных зимних игр «Дети Приморья». Домой соседи увезли серебряную медаль за фигурное катание. В ближайших планах обмен боксерами и борцами.